Привет всем, меня зовут Дмитрий, мы с вами сегодня играем в зельеварение. За последний час я попробовал записать уже две игры, ничего не получалось, потому что то не цепляется, то не работает, то висит, то еще что-то, то все, то 50, и короче будем играть вот в это. Новая игра. История начинается. Вы начинающий алхимик, странствующий по миру и ищущий свою судьбу. После долгого путешествия вы наконец нашли место, где можете найти применение своим навыкам. И хорошо, окей. Заброшенный дом. Вы нашли старый заброшенный дом на окраине города. Судя по тому, что в доме есть алхимическое оборудование, предыдущий владелец явно увлекался алхимией. Видимо, здесь когда-то жил какой-то колдун. Но слой пыли и состояние дома намекают, что здесь уже давно никто не живет, поэтому мы сейчас здесь будем жить. Правильно. Открытие лавки. Вы решили сделать из дома лавку зелий. После нескольких дней уборки и подготовки лавка готова. Чтобы принять первых посетителей. Пора вспомнить навыки алхимии и начать новую жизнь в новом городе. Хорошо, давай будем колдовать. Добавление ингредиентов в котел. Зелье готовится из ингредиентов. Возьмите из инвентаря 2 террари и 2 водоцвета и киньте их в котел. А что такое террария, что такое водоцвет? Террария это вот это вот. Угу. Как-то связано с водой. Короче, 2 нужно вот этих бросить. Опа. Вот. И вот сюда. На стене лаборатории есть алхимическая карта, на ней отображен путь, который создает ингредиент при последовательном добавлении. Чего? Что это значит? Перемешивание. После добавления ингредиентов зелье нужно перемешать. Перемешивая зелье, вы перемещаете иконку зелье по построенному ингредиентами пути. Чтобы перемешать зелье, используйте ложку, чтобы нажмите мышку и мешайте до тех пор, пока иконка зелья на карте не достигнет нужной позиции. Короче, она вот сейчас пройдет, до крестика дойдет. При перемещении иконка зелья собирает очки опыта. Собранный опыт приближает вас к повышению уровня, но не оказывает эффекта на текущее зелье. Ёпти-мопсель. Ты гляди. Новый уровень, 1 очко талант. А если я еще буду мешать, не? Ничего не поменяется, я понял. Нагревание. Сейчас иконка зелья касается неизвестного эффекта. Чтобы узнать, что это за эффект, вам нужно добавить его в текущее зелье. Для добавления эффекта в зелье нужно сильно нагреть воду в котле. Воспользуйтесь мехами, чтобы подуть на угли, и разогреть котел до нужной температуры. Возьмите мехи за ручку и продолжайте раздувать, пока не произойдет взрыв над котлом. Мне кажется, до такой степени как-то не особо безопасно. О, котел взорвался. Завершение зелья. Отлично, вы добавили новый эффект зелью. Это лечение. Чтобы завершить приготовление зелья, нажмите «Завершить зелье». Короче, я сделал зелье лечения. Написано вот сверху «Слабое зелье лечения». Завершить. Ступка и пестик. Важнейшие инструменты алхимика. С помощью ступки и пестика вы можете размалывать практически любые ингредиенты, чтобы раскрывать их потенциал. Это помогает создавать те же самые зелья с использованием меньшего количества ингредиентов. Попробуйте создать такое же зелье с использованием всего одной террарии и одного водоцвета. Возьмите террарию из инвентаря и положите ее в стопку, растолчите с помощью пестика до состояния кашицы. Хорошо, давай, вот так. Прикольно, слушай, блин, классная такая анимашка здесь. Так, и что, добавьте измельченную террарию в котел. Оп, и теперь вот это также. Класс. Блин, такая приятная игра. Перемешайте зелье с помощью ложки. Так, ложка. Ой, я немножко вылез. Приколдесно. Оп. Все. Сохранение рецепта зелья. Отлично, у вас получилось точно такое же зелье, что и в первый раз, но с использованием в 2 раза меньшего количества ингредиентов. Зачастую первый рецепт зелья не самый оптимальный, и нужно экспериментировать для его усовершенствования. Если вы считаете, что у вас получилось хорошее зелье, вы можете сохранить его рецепт в книгу рецептов. После этого вы сможете создавать такие же зелья нажатием одной кнопки. Запомните рецепт текущего зелья, для этого нажмите кнопку «Сохранить рецепт». А для чего вообще все это, ну, происходит? Типа я просто так, что ли, их создаю, или кому-то я все-таки нужен с этими зельями? Отлично, вы сохранили рецепт. Теперь вы завершите приготовление зелья. Все. Перемещение между комнатами. Вы владелец лавки зелий. Ваша задача не только варить зелья, но и продавать их клиентам. К вам пришел клиент. Идите за прилавок. Для перемещения между комнатами используются кнопки навигации у краев комнаты, клавиши VA, SD и стрелки.
Чтобы перейти за прилавок, нажмите кнопку навигации с левой, клавишу А на или стрелку влево. Короче, вот сюда вот надо нажать и прийти на прилавок. Каждый день вам будут приходить люди со всего города, а иногда и из других городов, чтобы купить себе какое-нибудь магическое зелье. Ваша задача — варить подходящее зелье в лаборатории и подавать их посетителям. Многие зелья придется варить под конкретную задачу, но все равно лучше иметь в запасе пару-тройку самых популярных. Если клиенту подходит зелье, это станет понятно по его реакции. Я, короче, читал, мне нос заложил, я сейчас буду гундосить. Предложите зелье на продажу, достаньте его из инвентаря и положите его на правую чашку весов. Что-то не очень радостный какой-то, да? Количество золота, которое вы получите от продажи зелья, указано на кнопке «Продать». Нажмите, чтобы продать. Нужно такое же зелье. Держи. О, а это радость. Торговаться. Давай торговаться. Нажимайте на кнопку «Торг», когда стрелка находится на золотых бонусах. Чтобы улучшить условия сделки, попадания по бонусам перевешивают весы в вашу пользу, а промахи наоборот. Ну, а также после начала торга весы будут постепенно перевешивать не в вашу пользу. После сброса бонус уменьшается и... Ой... Короче, за 10 только, да? Как жаль, как жаль. Блин, я бы хотел, конечно, побольше продать. Ну ладно. Нехватка подходящей зелья. Сейчас к вам будут приходить клиенты, для которых у вас нет готового зелья. В этом нет ничего страшного. Вы всегда можете вернуться в лабораторию и приготовить нужное зелье. Вы не ограничены по времени, так что можете сосредоточиться на рецепте. Клиент не уйдет. Это меня радует очень сильно, потому что я же все-таки не такой быстрый малый. Я, знаешь ли, буду ждать, сидеть и думать головешкой своей, что же мне нужно наконец-таки сделать. Отправляйтесь в сад, чтобы собрать ингредиенты для зелья. Сад находится справа от лаборатории. Здравствуйте, у меня в избе завелись мыши, при том, что в избе живет кот. Но этот кот просто лежит на шкафу и глядит, как мыши снуют туда-сюда. Крысиный яд мне нужен, я понял. Так, идем вправо. Каждый день в саду будут вырастать новые ингредиенты. Не забывайте периодически их собирать. Чтобы собрать ингредиенты, кликните по кусту, соберите одну террарию и огненный колокольчик. Трынк, трынк. Вернись в лабораторию, давай. Клиент нужен яд, а значит, нужно создать зелье с эффектом отравления. Большинство эффектов вам придется искать самостоятельно по всей карте. Но из своей алхимической практики вы помните, что такое зелье должны делаться из одной террарии и одного огненного колокольчика. Хорошо. Ой-ой-ой, тихо. Хренак. Я буду все теперь толочь, мне очень сильно это нравится. Такое успокаивающее действие. Хоп. Завершите приготовление зелья. Сохранить рецепт. А куда они уходят? А, это обучение до сих пор. Вернитесь за прилавок, продайте зелье. Иду за прилавок. Даю ей зелье и торгуюсь. Все, ну 12. 14. 14. Ай-тай-тай, епт. Ладно, все. По рукам надо нажать. Все, 12, ладно. Надо это делать быстро, потому что со временем это все дело все равно падает, цена падает, и, короче, приходится продавать за те же деньги, но с усилиями все-таки. Так, продать за 12, хрен с тобой. После того, как вашу лавку покидает последний посетитель, вы можете отдохнуть в своей спальне. Она находится под лабораторией, перейдите в спальню, чтобы завершить день. Под лабораторией. Под же лабораторией, почему наверх-то нужно? Странно. Чтобы завершить день, нажмите на кровать. Нажал. Да, хочу поспать. Классная игрушка. Блин, такая классная, такая здоровская. Блин, мне так нравится. Смотри, у меня сколько всего. Конец обучения. Отлично, вы освежили свои знания алхимии и освоились с алхимическим оборудованием. На чердаке рядом с кроватью вы нашли немного ингредиентов и ковш для воды. Теперь это ваша лавка зелий. И вы решаете, что делать дальше. Встреча клиентов, обращайтесь.
встречать клиентов, общайтесь, давайте, продавайте зелье. Торгуйтесь, не забывайте собирать ингредиенты. Удачи. Ну, пойдем. Так, идем вправо, собираем все, что здесь лежит. Грибочки, всякие камушки, дерево можно срубить. Все собрал. Все, новый уровень очко таланта. Давай в очки таланта зайдем. Практика. На алхимической карте появляются дополнительные бонусы, дающие опыт при сборе зеленой книжки. Эти бонусы появляются в случае местами, да? Повышает радиус видимости на алхимической карте, позволяет исследовать новые области быстрее. Торговля. Повышает навык торговли. Ну, это, наверное, так понимаю. Да, изначальные цены и... Понял. А торг, вы лучше торгуетесь. Вот сюда. И вот сюда. Алхимическая карта и алхимическая практика. Все самое главное. Нужно их именно прокачивать. Так, ладно. Это что такое? Вода. Хорошо. Договорились. Так. Перейдите в комнату с прилавком слева. Дай мне какое-нибудь целебное снадобье. Вчера ночью мне один разбойник пронзил стрелой плечо. Раны не очень серьезные, но мне хочется побыстрее вернуться в строй, а не валяться еще месяц на койке. Хорошо, пойдем направо. Пойдем направо, и нужно вот это вот как это вот так вот сделать, чтобы это вот взять. А зелец-то у меня вот где? Ну, там путь алхимика. Угу. А справочник, легендарные рецепты, улучшение лавки, книга рецептов. Отравление. Мне не отравление надо, мне вон то вот надо. Как мне вот кнопочки-то сварить по рецепту? Что говорит, 12. Что такое-то? Вода, террария и водоцвет. Да хер с ним, короче. Я не понял, как работает. Вот, сварить по рецепту. А что такое 12? Вот 11. А, это типа... А, это типа я сварить могу целых 12 штук. Я понял. Так, ладненько, на, держи. Торговаться. Я буду торговаться со всеми. 10. Я сейчас торгуюсь. Блять. В минус просто торгую. Вообще в минус. В лютый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пиво, пиво. Пиво, женщины, пиво. Ай-яй-яй. Давай хотя бы в десяточку-то сторгуемся. Дай в жопу, блять, не хочешь, не надо. Ой, как обидно-то, как обидно. Ладно, пока еще не научился торговаться. Продать зелье клиента. Добрый день, у нас деревня беда, на пшеничных полях появились какие-то жуки. Причем чертовски быстро. Нужно что-то их вытравить, короче. Мышей можно... Ой, точнее, жуков можно травить тем же, чем мышей? А? Вот тут вот, что такое? Отравление, морозы. Отравление, наверное. Пойдем в это отравление. Или мне делать-то, давай. Сварить по рецепту. Идем попробуем продать ему вот это. Ну, типа, обрадовался. Давай торговаться. Я буду учиться торговаться. Слушай, мошка какая-то прилетела ко мне, слушай. Ну и ну. Я промазал. Тринадцать, двенадцать. Тринадцать. Тринадцать. Все, за 14. Добрый день, у нас, да, надо продать. Держи. Сегодня в обед я съел одну необычную похлебку, и теперь мне что-то не здоровится. Микстура от несварения желудка. Ох, больше никаких гастрономических авантюр, говорит мне мужчина с без бороды в прекрасной шапке и с котомкой на поясе. Пойдем отдадим ему таблеточку какую-нибудь или микстурку от гастрономических изысков. Так, практика. Все-таки, наверное, нужно практику вот эту вот вкачать. Пойти посмотреть, как ты ему... Слушай, может, ему здоровье нужно? Че ты такое, а? Согласно легендам, лесные дриады и... Ветроцвет, террария, водоцвет.
Так, подожди. Ну, давай попробуем. Водоцвет положить. Это куда-то другое место ведет. Это ведет в отравление. Хотя отравление вообще внизу слева. Первый поймет, да? Так, ну давай попробуем ветроцвет положить. Я растолок до раскрытия потенциала. Ты понимаешь? Так, и вот куда-то в другое место вообще можно отвести это все дело. Во, красный гриб, давай еще туда положим. Вот. Красный гриб. Как-то можно вот куда-то вот прям вот, типа вот прям вот куда-то вот... Куда-то можно еще отвести ее. Да ведь? Да. Да, вот. Нет, а куда это я отведу-то? Теперь поймешь, да? Типа ничего понятного-то нет. Че вот эти книжечки я получаю, а ничего больше не получаю. Да вот так вот еще киданем. А где еще-то взять? Ну? А как открыть карту? Или надо было вниз ползти? Я просто что-то, может, не понимаю. Ладно, давай сварим. А, не, подожди. О, вот как карта-то открывается. Ух, ничего себе. Может, еще что положить? Так, ага, 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 во. Не, вот это. Еще водоцвет один надо положить. Угу. Отлично. И теперь ветроцвет кидануть нужно. Во, блин, наверное, зря. Вот что это такое? Что это такое было сейчас? Слабое зелье молнии. Ошалеть, а на кое нам не надо? Мне же нужно было тараканов потравить просто, жуков каких-то. Так, давай сохраним рецепт. И завершим зелье. А теперь отравление все-таки продадим мужику, потому что, ну блин, наверное, все-таки ему нужно было отравление. Сварить по рецепту и пойдем продавать. На. Не то. На молнии. Тоже не то. Все-таки от жуков что-то на другое, да, продавать ему. Вот сверху какой-то. Вот оно. Вот оно сверху какой-то. Какой-то прям сверху-то, вот оно. Вот оно прям сверху-то. Ну-ка, давай огненного колокольчика положу. Растолку. Оп, держи. И прям куда-то надо, вот прям вот куда-то наверх. Вот... вот это вот положу. Угу. Так. Во. Тихо, нет. Надо еще раз огненного колокольчика в бачок. В бачок нужно пустить. Не сюда. Вот сюда. Угу. Пускай сюда и перемешаем. Книжечку раз, два, книжечку три получил, четыре книжечку. Пять книжечку, оп, а вот тебе и зелье. Ой, двоечка, двоечка, смотри-ка. Раз, два, три. Что такое? Зелье света. А зачем мне зелье света? Непонятно. Ну ладно, пусть будет. Завершить зелье. Зелье света ему не нужно было, нет, случаем? Вот собака такая. Кер с тобой. Привет, ты новый алхимик. Я местная травница. Хочешь посмотреть, что у меня есть на продажу? Думаю, тебе будет что-нибудь заинтересует. Ну, давай посмотрим, что у тебя есть. Ух, у меня есть сколько? 155 монет. Это что такое? Путросли. У каждой... у каждой травы есть определенный маршрут. Соответственно. Это я понял к 20-й минуте игры.
есть определенный маршрут. Чтобы куда-то добраться, нужно этот маршрут преодолеть, построить, точнее, сначала, из этой травы. Соответственно, чтобы какое-то зелье забодяжить, нужно попросту взять и наложить той травы, которая этот маршрут сможет повторить. Поэтому мы с тобой сейчас купим у нее вот этот чудесный вот этот путоросль. Хотя она вообще очень странный маршрут делает. Очень странный маршрут такой, очень странный маршрут у этой путоросли, но ничего страшного, как бы этого за торговаться. Давайте торгуемся. Уже 33. Уже 32. Уже 28. 28 по рукам. А был 34. На 6 монет сторговался. Ну-ка. Так, все, цель достигнута, 28, купить что-то торговцев. Все, хорошо, спасибо большое, мне больше ничего не нужно. Назад, завершить диалог. Следующий. Мне нужен сильный быстродействующий яд. И еще бы предпочел, чтобы вы не задавали лишних вопросов. А, держи. Торговаться. Ой, я промазал, извините, до свидания. Сейчас я как ему сторгую. Ага. 12, блин, да когда ж ты подорожаешь-то? 13. Продать за 13. Минус 30? Что такое? Карма, что ли, у меня какая-то? Репутация у меня пошла по пизде. Я понял. Здравствуйте, вы меня послали разобраться с ледяным элементалем, который досаждает жителям одной горной деревушки. Обычный меч против элементалей бесполезен, но если вы мне дадите огненное зелье, я намажу им свой клинок и легко одолею элементаля. У меня зелье света. Не? Блять, огненное нужно. Ёб твою мать, огненное зелье тебе нужно. Ну пойдем огненное зелье тебе замурыжим. А где же его найти теперь? А где огненное зелье может быть? Не знаешь? Я тоже хуй его знает. Здесь вот электричество, здесь вот здоровье, здесь вот типа яд, здесь свет. А где огонь-то? Огонь, наверное, вон там где-то, если здесь свет. Правильно же? Правильно, наверное, да. Ну давай вправо поползем. Так, подожди. Эта херня вообще куда-то непонятно ползет. Так. Размурыжил. Еще одну. Жуть какая. Ну и давай еще разок брошу. Аж 3 огненных этих колокольчика я бросаю, чтобы доползти туда, куда мне нужно. Я предполагаю, что мне туда нужно. Может быть, нет. Давай попробуем сохранить рецепт. Нужно сначала так вот сделать. Да, огненное зелье. Завершить зелье. Надо было остановиться, когда была двушка. Можно продавать идти. На, держи. Торговаться. Много не сторгуешь, все равно, конечно. Девятнадцать. 20. 20. Продать за 20. Плюс 3 репутации. Все, минус 16 репутации. Я, конечно, подпортил этой продажи яда репутацию свою. Ужас, но что ж поделаешь. Ну и совпадение. Меня начальство тоже отправило сражаться с элементалем, но только огненным. Он с недавних пор повадился ходить по пшеничным полям, вызывая пожары. Есть у вас что-нибудь поможет охладить пыл чудищу? Чтобы предложить зелье, поставьте его на весы. Я знаю, что нужно делать. Смотри. Короче, огненная хрень в огненную сторону, а водоцвет идет в водяную сторону. И мне нужно идти в водяную сторону, соответственно. То есть водоцвет нужно натолкать. И он меня отправит именно туда, куда мне нужно. Да ведь? Все? Все. О, нет, подожди, не так, вот так. И теперь мешаем. Чего? А вот там зелье. В смысле не удалось? А это нормально сейчас было, нет? А мне обидно вообще-то. Ладно, давай вот так сделаем. Тихо. Бросим.
И теперь придется вот так вот делать. Видите ли, блять, не получилось немножечко. Так. Так, тут херушки, тут нет, тут так не получится. Тут нужно вот так сделать. Смотри. Нужен еще один водоцвет. Да ну нет. Мне надо было просто готовый кинуть. Да, зачем я это сделал? Не знаю, зачем я... Обратно. Вот так. Все книжечки сейчас соберу. Вот тут вот. 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 Зелье, которое должно тушить. Да, слабое зелье мороза. Я ж тебе говорю, я ж, блядь, голова все-таки в конце концов работает немножечко. Завершить зелье. Так, пойдем продадим. Держи. Торговаться. Ну, за это торговаться нужно, потому что, ну, блядь, я столько сил потратил. Не зря же, в конце концов. 17, 16. 17, 18. 18. 18. Продать. Держи. Все. День закончился, я так понимаю, да? Подвал. Цель достигнута. Алхимическая машина сильно повреждена. Найдите торговца, который сможет продать вам запчасти для новой алхимической машины. Хорошо. Так. Негредо. Реагент для создания альбедо и соли пустоты. Это что-то очень сложное, я в этом особо не разбираюсь. Короче, короче, нужно это, наверное, восстановить каким-то образом. Тут ничего не растет. Перейдите в спальню. Какие у меня там еще квесты есть? Начните новый день. Уровня популярности 2. Завершите главу 1. Начните новый день. Ну, собственно, вот так. Вот так. Вот так. И спать. Да, хочу пойти спать. Пойти спать хочу. У меня единственное, что популярность не достигнута. Почему, непонятно. Мы сейчас уже закончим, потому что уже, ну, сколько времени прошло. Начните новый день. Что такое уровень популярности, я не особо понимаю. Что тут такое? Пятьсот опыта дадут, когда я еще один квест выполню. А я не знаю, что за квест. Пойдем. Ой, приветствую, недавно ходил к одному лесному озеру, пытался поймать тамошних рыб. Закидываю, значит, удочку и сразу клюет. Хотел бы было снять добычу с крючка, да не тут-то было. Рыбина оказалась кусачей, тяпнула за ладонь и бульк в воду. А у меня он все распухло. Чтоб, короче, нужно ему это самое здоровье всандалить. Угу. Здоровье. Здоровьечко надо ему. Оп, приготовить по рецепту. Оп, до свидания, держи. Торговаться. Что-то я сейчас торгуюсь, видать, немножко не в ту сторону, в какую хотел. 11. Тут каждая копейка на счету, знаешь, я просто не хочу в минус работать. 12. Продать за 12. Отлично. Так, уровень популярности-то где? Уровень популярности. На этом уровне популярности нет никаких бонусов. Повышать популярность, продавая зелья. Более качественные зелья дают больше популярности. Торг понижает количество полученной популярности. Отказ от обслуживания. Ушедшие посетители понижают популярность. Я понял. Держи. Нет, подожди-ка. Сжечь их хотел. Значит, ему огонь нужен. Огонь нужен. Нужен-то огонь. Пойдем вправо, посмотрим, что там есть. Листики, цветочки, грибочки, все дела. Вот, ну, все, вот собирали. И пошли опять налево. Так, это что у нас такое? Ох, мать твою за ногу. Так, мне нужно влево, прям совсем влево.
Так. Бросил. 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 Перемешал. Сейчас я сделаю отличное зелье второго уровня. Не сделаю, блять. Ну и хер на него. Хотя казалось бы, да? Продать. Держи, плюс одна репутация, а нужно 5 репутаций. Ух, каждый день у меня столько дел и забот. Стираю, готовлю, хожу на рынок, смотрю за детьми. Я могу целый день провести на ногах и ни разу не присесть отдохнуть. У меня из-за этого сегодня ноги в мозолях и на топтышах. Может, у вас есть какое-нибудь средство от них? Ну, типа, есть для здоровья есть, а... Ну, зелье света ей точно не нужно. Это, наверное, где-то в здоровье, только где-то чуть дальше. Возможно. Ну, молния, свет, огонь, типа, отравление, я не знаю, ну... Давай попробуем отправиться вниз куда-нибудь, посмотреть, что там. Что там вниз идет? Вниз идет... Нет. Вниз идет террария. Давай, вот так вот. Все, отправляемся. И вниз, просто вниз. Раз. Так. Мешаем. Авось прокатит, авось что-нибудь найдем сейчас. 32 минуты. Блин, уже очень долго мы с тобой всем этим занимаемся. Так, ну, собственно, пойдем вниз дальше. Правильно же говорю? Угу. Вот слева какая-то херня есть. Пойдем налево. Как там налево спуститься? Во. Надо чутка еще... Угу. Блин, ну давай сразу уж. Так, хорошо. Попробуем посмотреть, что это. Зелье быстрого роста. Блин, это немножко не то, что я хотел. Может, ей зелье здоровья надо было? Но зелье быстрого роста ей вряд ли нужно. Давай зелье здоровья ей дам от этих натоптышей. Да, ей нужно было просто зелье здоровья. Как приятно видеть новые лица в нашей глуши. Полагаю, ты новый алхимик. Прекрасно, да, я здешний гривник. Раз ты алхимик, значит, ты должен знать хорошие ингредиенты, толк. Покажи свои товары. Так, маршрут смотрим. Красный гриб. Во! Ни хрена себе он ценник загнул. Дорого, блин. Это, короче, вниз идет. А это, короче, тоже вниз идет. Но это подлиннее вниз идет. Поэтому давай два возьму вот таких гриба. Заверши диалог. Тетенька с дяденькой. Здрасте, у нас в гостинице появился очень странный постоялец. Он говорит, что очень боится огня, даже отказывается пользоваться свечами. Однако требует, чтобы его освещал комнату. Вот, на. Продать. И, так, вчера на меня напали трое грабителей. Они забрали мои деньги, но ничего не нашли. А, хотели забрать деньги, но ничего не нашли. И меня избили. А деньги у меня были. Я просто спрятал их в надежном месте. Правда, придется на них купить лечебное зелье, а то все ломит. Ну, давай продадим тебе лечебное зелье. Держи. Второй уровень популярности. Добро пожаловать на новый уровень. Путь алхимика завершена главадно. Я местная колдунья, ведьма, так меня горожане зовут. Ладно, я ведь не только из любопытства сюда зашла. Яд тебе нужен, да? Яд? А у меня яд-то и нет. А зачем ведьме яд? Для наших ведьминских рецептов порой нужен яд и человеческая кровь. Но я как-нибудь ее сама добуду. Смеется. Уходи.
Я не хочу ей яд продавать. Я, знаешь, я уже продал один разок яд. Я чуть больше не хочу. Так, в торговлю вкачаюсь. И, собственно, давай, наверное, мы с тобой пойдем посмотрим, что у меня тут есть. Главу завершил с тобой. Да, главу завершил. И достигните популярности 4. Хорошо, на этом мы с тобой закончим. Спасибо большое за просмотр. Обязательно поставь комментарий и напиши лайк. Соответственно, увидимся с тобой, возможно, в следующей серии этой чудесной игры. А возможно, где-нибудь еще мы с тобой увидимся. До встречи в новых видео и всем пока.